Всем привет! Я та самая школьница, которая стала бизнес-леди и без образования добилась результата и стала миллионершей. Да, многие говорят, что я в деревне, мне к нему предложить бизнес, никто не пойдет. Можно, ребята, можно. Это вообще не помеха, потому что онлайн можно достичь таких высот. Кто меня не знает, меня зовут Ирина Тихонова, мне 31 год. Я живу в Ульяновской области, в деревне. Я в сетевом бизнесе 19 лет. Я практически со школы. Знаете, я никогда не работала. Не собираюсь туда идти. Начала я с компании Oriflame. Проработала я там 3 года. У меня бизнес хорошо. Я дошла до 15%. И все. На этом у меня все стало. Но я понимала, что в сетевом деньги есть. И я понимала, что если я дальше не пойду, то моя жизнь так и продолжится в нищете. Вот, в компанию «Фаберлик» я пришла в 2015 году, и на данный момент я здесь уже 7 лет. Пришла я сюда из-за ассортимента и низких цен. Ассортимент, на самом деле, здесь очень широкий. По сравнению с той компанией, в которой я была, не сравнить вообще ассортимент. Пришла я сюда, наверное, как каждый из вас, у меня хорошая жизнь. Конечно, я могу не рассказать. Но жили бы очень плохо. Там, где тяжело, ваш рост.
И вчера я убедилась на конференции, когда Саида, ну, не поверила, открылась за полтора года, закрыла на Кумора. Вообще невозможно, невозможно.